Славянский район не единственный, кто пострадал от сильнейшего снегопада. Такая же сложная ситуация отмечается в Апшеронском, Туапсинском районах и Горячем Ключе. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел экстренное заседание Краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ситуация во многих районах края остается сложной. В круглосуточном режиме дорожные, коммунальные, экстренные службы продолжают устранять последствия снегопада. Однако рано или поздно снег начнет таять, и тогда не избежать новой беды – потопления территорий. По словам главы региона, угроза подтоплению в большей степени может коснуться Горячего Ключа, Крымского, Северского, Абинского, Апшеронского и Туапсинского районов. В Славянском районе уже пострадали несколько домовладений. Там, в Славянском районе поднялись грунтовые воды. И подтоплено уже 66 дворов. Вот я бы сейчас хотел с главой Славянского района на связь выйти. То есть какая ситуация? Коллега, вам слово. Глава Славянского района. Добрый день, Вениамин Иванович. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, подтопление домовладений, правильно вы сказали, у нас существует. Вода попала в 12 домовладениях. 9 домовладений в городе Славянске на Кубани. 2 домовладения в Анастасийском сельском поселении. 1 в Петровском. Уровень воды от 5 до 10 сантиметров. Но все делаем для того, чтобы воды убрать. Правильно вы сказали, это больше грунтовая вода, которая выбивает под почвы. Роман Иванович, вот вам помощь нужна в чем-либо? Потому что, еще раз подчеркиваю, моя задача максимально помочь людям справиться с последствиями вот этого снегопада. Максимально. Для этого мы все сегодня и собрались в рамках вот такого экстренного оперативного штаба. Если в целом говорить о предупреждении ситуации, мы предвидим, значит, таяние. И хотелось бы, если есть возможность, в крае попросить штуки 3-4 АС-машины, это откачивающие с бочкой машины. Вот такая помощь, если можно как-то что-то. Я услышал, вот Евгений Михайлович здесь находится, я думаю, все, что необходимо сделать для того, о чем говорит Роман Иванович, вот в рамках предупреждения ситуации необходимо сделать. Вениамин Кондратьев поручил своим заместителям Евгению Наумову и Александру Трембицкому держать ситуацию с ликвидацией последствий непогоды на личном контроле и направить резервную снегоуборочную и откачивающую технику в районы с наиболее сложной ситуацией, в том числе и в Славянский район.